Привет, друзья! Сегодня мы с вами будем играть Disturbed. Настройтесь пониженный строй дроп до диез. Риф довольно сложный, он состоит из трех частей. Это куплет, бридж и припев. Первая часть основана на хаммерах. То есть прижимаем на третьем ладом, первым пальцем и делаем хаммер. Срыв. Предлагаю вам несколько упражнений. Первое упражнение. Упражнение номер два. Это сложное место в песне. Здесь сложность заключается в том, чтобы сразу перейти на оглушение после первого лада. То есть играете риф. Ну и так далее. Упражнение выглядит так. И упражнение номер три. Теперь уже наоборот переходим с глушения на неглушение. Ну и теперь сыграю первую часть медленно. Теперь вторая часть. Бридж. Три, четыре. И третья часть хорус. Здесь потребуется широкая растяжка. То есть, смотрите, нужно поставить вот таким образом power аккорд. Приглушайте в этом аккорде первую, вторую и шестую указательным пальцем. И играйте вот так. Играйте переменным штрихом. Так, здесь, пожалуйста, следите за тем, чтобы струны, которые вы не играете, не звучали. Вот видите, я ставлю аккорд, шестая, вторая, первая не звучит. Вот. Потом перемещаюсь на другой аккорд. И здесь мы тоже видим, первая, вторая не звучит. Потом следующий аккорд. Точно так же, первая, вторая не звучит. Так. Конечно, рука болит от этого, от этих аккордов. Поехали еще раз.
что, на этом все. С вами был Александр. До встречи в новых видео. Спасибо за внимание. Всем пока.